программа «Тип-топ» встречает весну в «Харизма». Желтая вечеринка под названием «Мимоза» поднимает настроение всем женщинам нашего любимого города. На вечеринке «Мимоза» в бутике «Харизма» были представлены 5 звездных брендов, но обо всем по порядку. С этого сезона мы очень сильно усилили женский бренд-пакет. Теперь в нашем магазине можно встретить всемирно известный бренд Альберто Ферретти. Мы очень довольны. Это вечерние платья, это шифоны, это кружева, это атлас. Это потрясающе. И очень смелая новинка этого сезона стал бренд Vivienne Westwood. Мы порадовали наших любительниц строгого стиля немножко смелыми костюмами, с бабочками, с белыми сорочками. Поэтому, я думаю, наши поклонницы это оценят. Линия молодежной одежды Red Valentino – это романтическая история, пересказанная дизайнерами на современный лад. Философский призыв бренда – одеться романтично, эксцентрично и модно. Стиль Red Valentino изящно подчеркивает наивность и чистоту. Я отметила в первую очередь атмосферу и ауру, та, которая витала сегодня в магазине. То настроение, с которым пришли все присутствующие. И это дало настолько эмоциональную окраску каждой вещи, которая была представлена, что вот на сегодняшний день мы все с настроением и в восторге. Ну, можно взять любую вещь. Любую. Бренд «Аньона» входит в торговый модный дом «Эрменеджильда Дзеня». Одним из мотивов этой коллекции стал клетчатый принт «Палака». Необычной и даже отличительной чертой всей коллекции является полукруглый вырез в брюках и юбках. Это своеобразное декольте подчеркивает изящную женскую фигуру. В каждом показе, в каждом бренде определенно есть одна вещь, которую можно выбрать. То есть это очень хорошо, потому что можно не отдавать предпочтение какому-то одному бренду, а можно быть мультибрендовой. Понравились очень женственные модели шелковых платьев, очень красивые аксессуары, любимые марки, знакомые. Дженафо – это итальянский стиль, где множество дизайнерских изюминок. Это всевозможные воланы, этнопринты, необычный крой моделей. Это действительно для людей, которые сильные, яркие, да, обладают харизмой. Мне в харизме нравится то, что и женщина может себе подобрать очень модный лук, а также подобрать лук своему спутнику жизни, своему мужу, к сыну. Девушки выбирают себе красивые вещи, мужчины в это время, им есть чем заняться, выбирают наряды для себя. Хотя шопинг мужчины не любят. Ты согласна? Ну, я, наверное, уже даже не соглашусь, потому что сейчас уже, мне кажется, мужчины даже шопингом увлекаются больше, чем женщины. Прекрасная организация. Это невозможно не отметить. Очень красивые модели. Очень удачный выбор одежды. Очень удачные марки. Мне очень нравится Альберто Ферретти и, конечно, очень интересен бренд Vivienne Westwood. И я рада, что его наконец привезли в Днепропетровск. Модели Vivienne Westwood на первый взгляд могут показаться лаконичными, простыми и повседневными. Но вы только обратите внимание на внутренние карманы, манжеты, ремни, высокую посадку изделий, и вас эти элементы приятно удивят. Сегодня были представлены несколько новых брендов, к примеру, Vivienne Westwood. Как тебе вот этот костюм Чарли Чаплина, я для себя его так назвала? Ну, это мой характер просто, на самом деле это мое. Вот такой костюм твое? Да. Ты смелая, ты выйдешь. Безусловно, но я люблю, да. На мне платье Vivienne Westwood, мне очень понравилась эта коллекция. Я скажу, что в Днепропетровске мы первые представляем этот бренд. И ты видела, Ксюша, какой был накал интереса к этому бренду. Действительно, все ожидали, когда же выйдут модели, когда покажут наш выбор, коллекцию Vivienne Westwood. И, конечно, ожидания оправдались. Коллекция очень красивая, интересная, цветочная, яркая, весенняя. Альберто Ферретти называют королевой шифона. Сложное сочетание шифона, гипюра, атласа, кружева, а также глубокие насыщенные цвета говорят о ювелирной работе модного дома.
Это наша первая вечеринка в сезоне, и от того, как она сегодня прошла, зависит очень много. Зависит наш имидж, наше настроение, нашего коллектива, наших клиентов и всей нашей команды. Поэтому увидеть сегодня такое количество гостей и таких людей, которые к нам сегодня пришли, это большая гордость, радость.